Сегодня 24 июня, я поработала в саду, сняла немножко видео вам. Всем приятного просмотра. Так, друзья, я решила сегодня проредить свои вот эти вот посадки, посев многолетних цветов, потому что мне не нравится то, что растет. Я думаю, что это сорная трава. Потом покажу вам, что у меня получилось, что осталось. Я думаю, что более-менее будет видно, какие цветочки. И буду их пытаться рассаживать на солнечные места. В результате вот что у меня получилось. Рассадила вот эти вот на вид одинаковые. Вот сюда, я так поняла, колокольчик. Сюда тоже на вид одинаковые. Это, я так поняла, гвоздичка. И сюда посадила. Это, я так понимаю, абриетта. Посадила по краю. Ну, еще в некоторые места рассадила цветочки. Посмотрим, как они будут летом расти. Поработала ударно, будем говорить так. По краю все насажала. Что-то пересаживала. Как всегда, вожусь. Пересаживаю, сажаю. Получила заряд энергии, пошла домой отдыхать. И вот что у меня осталось тут. Вот. Вот такие вот вяленькие цветочки получились. Но ничего, нормально будет. Пузыреплодник зацветать в этот раз будет. Нет, не знаю. Пересадила отсюда две гехеры и обе хоста. Пересадила в другое место. То уж больно-то тут. Тенистый, не тенистый место, но больно была такая глощинка, низинка. Я пересадила в другое место. Решила посадить вот сюда. Вот эта хоста начала расти. Я как раз ее решила в это время пересадить. Но надеюсь, после дождя она приживется нормально. Тут у меня боярышник. И не будет такого слишком уж, я думаю, ну, сильного дождя не будет. Тут он боярышник закрывает, как зонтиком. И солнца такого ослепительного не будет. Вот эта хосточка прям отлично растет. А эта вот очень медлительная. Соображает долго. Вот здесь вот посадила гвоздички. Ну, я думаю, что это гвоздичка многолетняя. Я отсюда убрала ее сколку. Ну, не убрала, а постригла. Совсем я ее не стала убирать. И вот посадила гехеру такую. И гехеру такую. Посмотрим, как она будет расти тут. Тут солнце бывает днем, ну, не постоянно, после 2-3 часов дня солнца. Так, еще покажу вам, как цветет мой лилейник. Красавчик. Муравей на нем ползает. У меня два кусточка лилейника. Вот там еще один такой же. Лобелии очень медленно зацветает. Очень медленно. Надеюсь, что будут бутончиков вон сколько немерено. Так что скоро будем ждать буйного ручейка, бурлящего. Молодилка никак не зацветет. Но такие бутончики. Вот я загородила с собой. Видите, вот бутончик какой. Прям цветонос пышный будет. Вот он, лилейничек какой. Много там у него бутончиков. Цветает львиный зев. Но это, скорее всего, трава. Но я все равно не выдергиваю пока. Ну вот, более-менее у меня стало на клумбе. Понятно, где что растет. А то тут у меня заросли были. Да, у меня появилась гортензия крупнолистная. Вот здесь. Видно, не видно? Вот она. В горшке. Я так ее горшок прикопал. Если что, я ее пересажу в грунт поближе к осени. Вроде бы зимующая. Ну, а на этом я хочу с вами проститься. Всем здоровья, добра, счастья, мира и пока-пока.